Сеном Клиник предлагает уникальные услуги на новейшем оборудовании. У нас вы можете пройти МРТ-обследование, УЗИ-диагностику, услуги ФГДС-кабинета по самым низким ценам. Запись по телефону 53 00 53, 50 26 50, 8 702 267 43 93. Здравствуйте, в эфире нашего телеканала программа «Каждый день», в студии Гаухар Тургаева. В этом выпуске расскажу о знаменитом мультсериале «Том и Джерри», который впервые появился на экране 20 февраля, ровно 78 лет назад. Также предоставлю вам подробный прогноз погоды и афишу городских событий. Уважаемые жители нашего города, вы можете выполнить однодневные малые хирургические операции в вечернее время. Сеном Клиник продлевает график работы хирургической службы до 20.00. Более подробная информация по телефону 53 00 53, 50 26 50, 8 702 267 43 93 и 8 778 303 67 28. Прямо сейчас расскажу о погоде на день завтрашний, среду, 21 февраля. В Муртуке в течение суток пасмурная погода, минус 6 днем, ночью минус 10 градусов. В Алге завтра возможны небольшие осадки в виде снега, минус 9 градусов днем, 16 ночью. В Хромтау завтра пасмурно, минус 10 градусов днем, ночью похолодает до минус 20. В Бадамше пасмурно, небольшой снег в эту среду. Синоптики прогнозируют минус 7 градусов днем, минус 14 ночью. В Шалкаре 21 февраля на небе облачно, минус 4 градуса днем, минус 12 ночью. О том, какая погода будет в нашем городе, смотрите далее. Третьего февраля в 19.00 в концертном зале городского дома культуры пройдет концерт эстрадно-духового оркестра под управлением Сакена Еркегулова. В программе прозвучат известные джазовые композиции. Билеты можно приобрести в кассах филармонии. 6 марта в 19.00 в здании Центра искусств пройдет спектакль «Калифорнийская танго» автора Бориса Рацера и режиссера Сергея Кутасова. История о любви, преодолевающая все границы. Народные артисты России Алексей Шейнин, Вячеслав Гришечкин, Светлана Тома, Анна Терехова. Давно не были в кинотеатре, а там столько интересных и долгожданных новинок. Режиссер Ален Ниязбеков представляет «Каникулы в Таиланде». Во время зимних каникул из студенческого общежития все разъезжаются. Остаются только три жителя – студенты Ермек Даурен и преподаватель Асхат Агай. Жена Асхат Агая, поругавшись с ним, уходит к своей маме. И Асхат Агай приглашает к себе в комнату ребят, чтобы составили ему компанию. Уже третья часть серой драмы «50 оттенков свободы» в кинотеатре «Локомотив». Кристиан и Анастейша поженились и живут в свое удовольствие, наслаждаясь обществом друг друга. Однако жизнь новоиспеченной миссис Грей находится в опасности, поскольку объявляется недруг, который собирается мстить, используя свою богатую фантазию. Призраки прошлого Кристиана вновь вернулись, а тучи над супругами сгущаются все сильнее. Приятного просмотра! В марте казахстанцев ждут 13 выходных дней с учетом праздников. В этом году 8 марта выпадает на четверг, а 9 марта постановлением правительства переносится на 3 марта, субботу. Таким образом, казахстанцы отдохнут 4 дня подряд, с 8 по 11 марта. Это касается тех, у кого рабочая неделя длится 5 дней. Добавим, что согласно Трудовому кодексу Казахстана, в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней правительство вправе переносить выходные на другие рабочие дни. С 21 по 23 марта в стране празднуется праздник весны – Наурыз. Красные дни выпадают на среду, четверг и пятницу. Это значит, что казахстанцы отдохнут 5 дней подряд. В итоге с учетом выходных 4, 17, 18 и 31 марта казахстанцы будут отдыхать 13 дней. Работа, встреча, намеченные важные дела. Со всеми этими планами больница никак не вписывается в график. Но здоровье важнее всего. Сеном Клиник предлагает услугу «Дневной стационар».
Вы можете получить капельницы, уколы по назначению вашего врача в удобное для вас время. Информация по телефонам 53-00-53, 50-26-50, 8-702-267-43-93 и 8-778-303-67-28. И это все, что я успела вам рассказать. До встречи в эфире Рика ТВ. Сенам Клиник предлагает уникальные услуги на новейшем оборудовании. У нас вы можете пройти МРТ-обследование, УЗИ-диагностику, услуги ФГДС-кабинета по самым низким ценам. Запись по телефону 53-00-53, 50-26-50, 8-702-267-43-93.